Привет, мои хорошие! Ну что, день Икс настал. Я хотела, конечно, снять, как я собираюсь, мой мат-перемат с утра, когда ничего не получается, и рядом подгоняет Ленок и говорит: ой, как долго! Подгоняет? Я вообще тебя не подгоняла. Не подгоняла? Такая: ой, как долго, ну давай быстрее. Потом там с Дэнни общается, такая: Дэнь, мама, долго у тебя, да? Долго, в общем, всякими путями, а я нервничаю. Ну, я на самом деле долго, я понимаю, но... Ну, что делать, блин? День рождения, праздник светлый. Зато столько мата с утра было. Лена говорит: у тебя ребенок матом, говорит, разговаривать будет, когда подрастет. Ну, что делать? Мы в России живем. Вот переедем за границу. Тогда посмотрим. Мата-фака. Вот, сейчас мы едем в Ямалово, отвожу мамулечки в такси сейчас, так как мы будем сегодня пару глотков выпивать. И Кристина уже практически тоже на месте. Ленок, кстати, одета это в стиле конфета-карусель, как у меня. Она даже не видела, кстати, этот пост, пришла ко мне и говорю: «Ля, ты как конфета-карусель». Вот. Ну, так что давайте. День рождения со мной сегодня. Ма, так что, может, ты с нами-то? Не, ну, я жару не переношу. Не-не-не. Ну, была... Здоровье уже не то. Я лучше под столиком тут. Попытка номер... Да. Нет, 40 градусов 3. Это не для меня уже. Ну ладно. Ну ладно, день отдохну от сынули-то. А сынули тоже такую жару не надо, да? Все, давайте, тусуйтесь, а мы пошли отжигать. Да. Вот мы приехали на место назначения. Waterhouse. Ну, в общем, обещается быть все хорошо. Ждем Кристюху. Крис, ты где? Крис! Ау! Первое, что мы зашли, такая здесь раздевалка, в общем-то. Вход в бассейн через раздевалку. Мы вот где-то там. Я уже приоделась. Вот, сейчас мы входим. Ленок моет руки, чтобы руки были чистые. Большое зеркало везде тут. Та-дам! Сейчас пойдем. Вообще, честно говоря, я не, ну, раздевалка, вот так душевые тут. По колено. Ой, как красиво тут! Мне нравится. Вот что мы видим вообще, честно говоря, это просто, ну здесь не да, очень. Я забыла там шикардос. Очки. Женщина, я очки там оставила. Ну давай вместе без очков будем. Очень красиво здесь, очень красиво. Мы здесь будем фоткаться, Лена, ты не хочешь тут фоткаться? Я хочу, но я не хочу, чтобы целый день мы убили. Да, ну не убьем же мы целый день, что ты переживаешь? В общем, мы уже улеглись, сейчас нам несут меню. Вот так клево. Ага. Ага, спасибо. Вот просто вообще я лох. Я забыла очки вообще. И Ленка тоже забыла очки в раздевалке. Но она сейчас пойдет возьмет, а я где возьму? Я хотела там взять какие-то дешевые очки рядом, но они настолько были дешевые, что я думала, лучше я буду без очков, чем с такими очками. Мы решили пофотографироваться, пока у нас, в общем-то, сухие волосы. Мы сейчас их распустим и пофотографируемся вот здесь в тенечке. Смотрите, Крис, как всегда. Ю-ху! Шарики! Сейчас мы пойдем фоткаться. Здесь еще, смотрите, видите, Кристюш. Да, все хорошо. Она доехала. Я говорила только что на камеру, что я уже гадость типа надумала на продавца. Доехала за горешка. Пойдем фоткать меня будешь. Пойдем. Шарики я люблю. Это даже круче цветов. Классно. Так, фоткаемся, да? Давай. Выключай. Один шарик только что лопнул, и я содрогнулась, вот блин. Вот у нас жара. А мы в этот момент снимали, да, фото, а не видео. Служит для вас, правильно? Да, 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 да. Ставьте вот... Ой, убирай со столика, Кристюш. Наши коктейльчики. Мы сейчас их запробуем.
А потом решим, что брать, чем сегодня будем отмечаться. Спасибо. Вот такие решили взять коктейльчики. Это что у нас? Мартини тут, тоник, ледик, лайм. Короче, мне кажется, это сейчас по жаре вот этой самое то. Смотри. Все, крошки, давайте, мои хорошие. Лена в шоке, Лена в шоке, блогеры, грёбаные блогеры. Ой, гля, они не стеклянные, они пластиковые. Дзинь-дзинь нету. Пластиковыми стеклянными. Для донских туристов. Так сложно быть блогерами, это не просто чокнулся, выпил. Это же надо там все сказать, показать, все. Мартини не пожалели? Ой, добрые люди. Такое красивое место, что просто мы сначала фоткались, загорали. Мы даже еще толком не покупались, но мы уже напились, и теперь мы кушаем. Заказали здесь с креветкой с угрем. Не помню, как называется, короче, с креветкой. Вот это с крабом, да, у тебя, Лена? Да, Калифорния. Не с крабовой палочкой, с крабом сказали. И лососик у Кристинки. Ну, мы сейчас все это будем друг у друга пробовать. В общем, в тенечке очень хорошо сидится. Как мне нравятся эти штуки здесь вообще. Сейчас будет фотка. Надо было фоткаться, как ты вот сделала. Дина, ты куда? Эти шевелящиеся руки самой Селены Свей. Танцующие руки. Вау, Селена, ты Селена секси. Ну что, пошла я в течение. Только аккуратнее смотри. Аккуратнее с течением, да? Я хочу тут аккуратненько пройти, аккуратненько, только держись за все. Давай, давай. Я понял, включайте. У меня просто носит течение. Просто я не могу отсюда. Идешь, я не пойму. Я хочу плавать. Ты плаваешь или нет? Я иду медленно. Я стараюсь идти медленно. Но это течение. Я постараюсь. Я не пойму, почему ты идешь? Вообще-то вот я просто ничего не делаю. Тут плавают вообще-то. Ты что, стоишь? Это ты такая высокая? Спасатели тебе на помощь. А вот Елена хотела напугать меня, чтобы я упала. О, Крис!
Крис! Вообще тут так утягивает. Крис, я имела в виду, смотри, вот здесь вот не прибирается. Вот тут вот. Вот да ты посмотри, как он. С мостика. Да. Да вы долго будете крутиться. Ну вот мы на купанный покидаем ватерхаус. Чё, как вам, крошки? Классно! Классно здесь, да? Я хочу еще сюда прийти. Когда придем? С малым хочется прийти, Гренка красивая. Да, не на... вот наелись, но не, на... не накупались и не назагорались. Я бы еще хотела бы покупаться и поназагораться. А. Сюда куда, домой? Я бы... Мы домой, куда? Мы еще купаться будем. А-а-а. За Денькой? Мы за Денькой, да. И по домам. Хватит отдыхать. Красиво. Николай, прощаться. Прощай, Ватерхаус. Куда прощай? Мы еще вернемся. Так, девочки, переходим через дорогу. Аккуратно. Быстренько. Прыгаем в машину. Аккуратно, блин, быстрее. Крис, мои шарики. Что хочу, то и делаю. Дорогу сделали вообще там. Или разобрался. Все, за Денькой мчим. Что происходит? Деня, отпусти шарик. Ну что, мои хорошие, мои куколки. Следующий день после моего дня рождения, на самом деле вчера я так устала, и мы пришли, и я ни видео монтировать не могла, ничего не могла делать вообще, поэтому мы легли спать очень рано, проснулись сегодня, у меня бокал рядом. Так, сейчас девочки и мальчики возле вечного огня, я туда иду. Я уже не знаю даже, как туда пройти, где это. Ну, примерно теоретически я знаю, где это. Ну, в общем, сейчас мы с Кристиночкой пришли на вокал. Она с малышом гуляла тут, возле вечного огня. Позанималась. Сейчас мы что-то будем придумывать. На самом деле, классный день после дня рождения. Любуюсь своими цветами, любуюсь. Кстати, а я сняла их вообще на видео. Я вам даже не показала. Блин, приду домой, покажу. Что-то я не помню, чтобы я их показала. Что в моей голове было? Я в Инстаграм скинула красоту эту. Вот. Что еще сказать? Ветер! В общем, сейчас мы хотим что-нибудь поделать. А главное, очень хочется попить. В общем, вернусь к вам, если что. Вот вечный огонь. Кстати, кто не был у нас, тут такая жилища, а реби мои вон они. На колясочке. Смотрите. Наш вечный огонь. Ну, вот не видно сейчас такое солнце безумное. Вечный огонь вечно горит и не потухает. Кстати, классная площадь, я смотрю, там детская вон сделанная. Там можно, но там она сейчас вся под солнцем. Там на детской площадке не порезвишься. Ой, вон они ходят, мои малыши. Я Кристинке одела сандалики. Ну, не Кристинке одела сандалики, а малышу. Он они ходят. Сейчас покажу. Топотят там. Не видно? Топотят. Дени! Дени! Кто к маме идет? Он бежит уже.
кто такой молодец? Ой, топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Шаги вот такие. Иди. Большой мальчик. Иди к маме. Ты что, я не узнал маму? Мама не узнала. Ну вот мой крестик, нолик. Ну что, устала? Нет. Ты тут обошла, наверное, пол Нахичевани, чтобы... Селена сказала, что да не так любит ходить. А что, на кухне? Да куда он два шага сделал? Мы тут... Смотри, листик... сколько вы сейчас прошли. Ну это сейчас вот он что-то ему... А так мы сели, сидели он на руках. Вот он захотел, он просто не хотел. Ну он не хотел. Он когда хочет, он любит. Видимо, сейчас он не любил. Не хотел и не любил. А крестик поднял, что-то присел. Ну вот ты, например, любишь что-то, но не всегда же ты это хочешь. Логично. Вот. Смотрите, мы зашли в детский мир. Просто для девочек, для мальчиков парикмахерская. Такая милота. И здесь вот какое-то гулять там можно. Надо бы сюда прийти как-то. А, Мадагаскар. Надо запомнить. И здесь куча магазин всяких для детей. Давай ходи. Дэнни понравилась девочка. Он ее обнимает, стоит. Вот так вот, вот так. Ты глянь, девочка понравилась. Да. Зашли в очень какое-то интересное место, тут вот на территории H2O. Тут у них реклама таких супер-мега-коктейлей. Но я заказала один коктейльчик попробовать. И сейчас мы идем в батутный центр, тут тоже рядышком открыли малого Бокота. Ой, он уже кокетничает с девочками там. Дэня, ты кокетничаешь? Так, Денька пока там строит глазки девчонкам. Я тут хочу попробовать вот такой офигенский коктейльчик. Офигеть, просто он огромный. Деня, с тобой, блин, глаз за глаз нужен. Сейчас уведут бабы. Деня уже перестает делать. Деня! Кристинка-красотка нас покидает. Села куда-то там в угол. Пакетик мне надо не забыть. Селена, Селена мне подарила пакетик с экспресса. Я выиграла пакетик с экспресса. Ты без выигрыша его получила. Ну, я выиграла. Ну все. Все, пока. Давай, крошка, посидим. Все, Дэнь, попрощаем. Все, до встречи. Давай, давай. В общем, попали мы в этот батутный центр. Денька застрял. В общем, мы лазим в этих прикольных поролоновых штуках. Класс! Уже попрыгали. Дэнь, давай прыгать, ложись. Давай. Дэнь, что ты там облокотился? Давай ложись. Как дети малые, ей-бу. Дэнни. Мне кажется, я с Денькой почувствую все заново, вот как я жила и где я не была в свой возраст. Я с ним везде буду. Деньки, куда? Решила с вами попрощаться сейчас, потому что знаю точно, что потом мне будет не сильно времени, я вот так вот лягу и не захочу вообще включать, как вчера, например, было. Свою камеру. В общем, мы погуляли, нагуляли, все прекрасно, пришли. Только что искупались первым делом. Вот я села, взяла камеру, чтобы прощаться с вами. А вот так я скромно провела свой день рождения. Мои близкие подружки были со мной. К сожалению, другие близкие очень далеко находятся. Но все меня поздравили. Спасибо за все ваши пожелания. Просто море сообщений ВКонтакте, в Инстаграме, и в комментариях, и в личные сообщения. Очень много. Просто я... Мне безумно приятно ваше внимание вообще и пожелания. Супер-мега. Я думаю, что все у нас получится, все будет замечательно. Вот, и с вашими пожеланиями, с вашими добрыми словами все будет еще быстрее и прекраснее. Все, спасибо вам большое за все. И я с вами прощаюсь. Мы увидимся в следующем видео. Пока-пока.